В этом году количество участников фестиваля индустрии красоты бьет рекорды. Более 140 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя и других городов России приехали на выставку с последними новинками в области лечебной, профессиональной и декоративной косметики. На экспозиции представлен широкий ассортимент средств по уходу за лицом, телом и волосами, а также специализированных материалов и инструментов для работы парикмахеров и специалистов ногтевого сервиса. Собрать столько бьюти-компаний удалось благодаря содействию администрации города и края и многочисленным партнерам фестиваля. Я хочу, чтобы наши мастера и те мастера, которые будут представлены из других регионов, побеждали, обменивались опытом. И желаю всем всего самого хорошего. Именно для профессионалов бьюти-индустрии фестиваль представляет особый интерес. Помимо обучающих семинаров и авторских мастер-классов, здесь впервые состоится полуфинал чемпионата за кубок салонного первенства. Надеюсь, что творчество ваших мастеров создаст необыкновенную нам с вами профессиональную красивую модель. Также будем из зала брать модели, когда, если вы не знаете, кто к вам придет, работают сразу три специалиста. Это ногтевой мастер, визаж и парикмахер. Я думаю, что будет очень интересно. Помимо новинок индустрии красоты, на экспозиции широко представлены украшения из золота, серебра, драгоценных камней, изделия ручной работы и бижутерия. Бесплатно посетить выставку можно в счастливые часы с 10 до 11 утра. Фестиваль работает до 8 вечера и ждет гостей до 7 июня включительно. В выставочном центре по улице Несербская, 1Б. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.